Господа, вы только послушайте. Пан Маршаленко напоминает Петру, что он, его жена и дети крепостные, и требует их немедленного возвращения. Он так и пишет. Немедленно приезжай проектировать маслобойню. Я регулярно отправляю ему все свои гонорары. Сегодня отправил деньги, полученные мною за проект перестройки Александровской улицы. Да, Петро, теперь на вашего брата будет спрос. Ведь Кормилюк красным петухом летает над панскими поместьями. Не о нем ли сочинил песню уважаемый пан Митницкий? Значит, не выдержал, взорвался. Я помню... Спасибо. Я помню, когда еще писал его, почувствовал в нем какую-то невероятную силу, силу личности. Сейчас бы написать его глаза. Я помню Стима с детства. Но я никогда не думал, что в таком тихом, покладистом характере столько жестокости. Твердости и нечеловеческой силы духа. Вот так. Вот откуда рождаются герои. Да?
Это мы их создаем с виду в салонах. Героем делается тот, кто унаследовал удальство и презрение к жизни. Гайдамачество. Да-да. Да. Если разбой — это героизм, а Подоле всегда славился своим разбоем, то, панове, я просил бы вас смотреть на факты реально. У пана Павленко я слышала, как пели девушки одну песню. Ой, як сумно-сумно всюди, розпутайте коней люди, бери пістоль ти у руку, приїдь, приїдь, кармелюку. Так значит, все ясно, панове. Я предлагаю смотреть на вещи трезво. Бесспорно, песня, которую исполнил сегодня пан Митницкий, это тоже о кармелюке. Вот она, реальность. Господа, а ведь это замечательно. Просто замечательно, что народ, народ, сочиняет такие песни о кармелюке. Значит, он и есть его герой. Да, Николенька? Тут я не могу с вами не согласиться, господин Тропинин. Вы правы. Простому народу очень трудно. Трагически трудно. Но кровопролитие — это не спасение. В просвещении народа спасение. В искусстве, литературе, в просвещении. Простите, Николенька, но ведь наша гордость, присутствующий здесь Петр, талантливый архитектор, достаточно просвещен. Однако он раб. Раб, как и тысячи других. Я тоже сторонник просвещения. Однако я считаю, что только мечом и огнем можно облегчить участь народа. Нам не о чем больше говорить с вами. Мы никогда не понимали друг друга. Честь имею. Мария, не к тебе ли гости? Гляди, сколько понаехало. Иван, пойди корову выгони. И воды дай, малого с собой возьми. Не трогать! Сядьте, давайте! И ставить здесь! Но быстрее! Он нам нужен только живой! Живой! Мария! 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 Это я! Давай быстрее. Быстрее.
Мария. Не показывайся. Задумался опять темную ночь. Как я соскучился. Умоляю тебя, беги. Ну, не волнуйся. Беги. Ну, успокойся, Мария, все будет хорошо. Я приду туда, куда ты скажешь, но сейчас уходи. Не волнуйся, ты моя родная. Как дети, Мария. Ну... Беги. Мария, беги. Береги детей! Ну куда же ты упал? Детей береги, Мария! Устин, туда, вниз! Беги. Сыну! Сыну, Ваську забирают! Сыну! Люди, помогите! Помогите, убивают! Помогите! Устин! Устин, беги! Устин, беги! Устин! Вечер не бросаю! Перед вами дезертир Кормилюк, солдат первого отделения первого взвода первой роты первого батальона нашего полка. Вы знаете его! Он любил писать солдатам письма, в которых одна крамола! Но он сумел влезть в душу командира полка! И вот благодарность, благодарность разбойника! Да, разбойника! Это он подбил на дезертирство Хрина и Рогова. Это он избил Бекаревича и Путинского. У себя в Головченцах собрал шайку головорезов. Они сожгли гуральню помещика Пегловского. Убили помещицу Хойченко. Совершили столько злодеяний, что не перечесть. Кормилюк родился разбойником, рос разбойником и умрет разбойником. Скоро генерал утвердит ему приговор за измену. И тогда 500 палок пощекочут его спину. А пока в крепость, в одиночную камеру. Смотрите все и знайте, зло всегда наказуемо. Thank you.
Чего орешь? Скажи, браток, как твое имя? Петр. А откуда родом? С Урала. Слушай, Петро, ты не знаешь, долго ли мне ждать экзекуции? Как не знать? Знаю. За долгую службу все узнал. Не меньше месяца. Значит, через месяц все это кончится. Послушай, Петро, я могу через тебя передать мою волю. Исполнишь? Почему же не исполнить? Коль дело святое, говори, кому? Спасибо, Господь тебя наградит. Я тебе доверяюсь как брату. А? У меня в сапоге зашито 60 золотых, 10 возьмешь себе. Остальные передашь семье. А у тебя нож есть, чтобы распороть сапог? А? Сейчас будет. Сейчас. Сейчас. Я слышал, у вас тут весело, ребята. Да уж не скучно. Что, опять пуговичка? Пуговичка. И давно он так? С полчаса бушует. Да замолчи ты, дьявол! Вань! Успокой ты его. Да пусть. И поспать не даст. Тебе б туда. Вообще, ты что? Вот, принес нож. На. Держи. Ну. Нож. На. Давай. А, деньги. Сколько ты говоришь, солдат, а? Ты чё? Солдат! Солдат! Ты чё? Помогите! Это вам госпиталь.
что, Кормилюк, ты долго собираешься койку занимать, а? Или мертвецкую, или выздоравливай. Да будет он жить, доктор. Есть уже начал. Тебе вообще, голубчик, лежать надо. Давай ложись. Что, Устим? Брат, почему сюда? Это мое место. Ночь потерпишь, он к утру сдохнет. А ты, Кормилюк, выкарабкался? Так смотри, тиф не подхвати. Слушай мой приказ. Как только номер 15 отойдет, немедленно его вместе с койкой вытащишь. И оставайся здесь. Сиди и прислушивайся. Ваше благородие, да тут же духота такая, а? В шате фозной налезть может. Я ж, почитаю, две ночи не спал. Я тамочки в сторожке лягу и буду наведываться. Не рассуждать. Сиди здесь и баста. Если номер отойдет, меня не беспокоить. Степана кликнешь. Это приказ. Не забудь, а не то... Слушаюсь. А чтоб ты сдох скорее. Семен. Что тебе еще? Иди ложись на свободную койку. А я присмотрю. Я ведь и так по целым дням сплю. Слушай. А правда, Устим. Присмотри за ним. Ложись, ложись. Ай, хороший ты парень. А если что, я здесь рядом, в сторожке.
Семен! Лубко! Семен, где ты, черт? Кто там? О, не узнаешь. Степан Стружев. Ты, Семен, не видел? При моей смене я не выходил. А что? Да там, понимаешь, номер 15-й. Дух спустил. А главный лекарь приказал вынести. А то зараза. А Семен куда-то ушел. Наверное, к своей Матрёне попёрся. Надо найти его, а то влетит ему от начальства. Так что ты это, позволь, выйду. Ну, давай, только ненадолго. Да не, я мигом. Гляди же мне там. Останови мне здесь. Спасибо тебе, добрый человек. Будь здоров. Эй, служивый! На! Сколько мешков осталось? Да раз, засыпай. Кого Милана ищет? Петру, за моим мешком присмотри, Марию ищу. Хорошо. Я за тобой посмотрел. Не до шуток. Доброй вести. Милана, добрые вести обходят нашу хату, не пугай меня. Ночью приходи к старой мельнице. Зачем? С кем увидишь. Милана! Без них пришла. Хоть бы взглянуть на них, а? Мария.
Мария. Стим. Что? Спят они. Да и за хатой следят. Кто? Жандармы были. И исправник приходил, сказал, если придет твой муж, немедленно сообщить. Что? Уже известно, что я бежал? Да. Да. Но где же ты был? 8 лет от тебя. Ни одной весточки. Дети выросли. Устим. Люди говорят. Боже мой, что... Мария, бесталанная ты моя. Раз уж мы вместе с тобой, все будет хорошо. Но... Да как же мне верить? Мария. Что опять будет хорошо? Как же мне верить? Устим. Что? А кто же ты теперь есть, а? Как кто? Люди говорят. Что же твой Устим? Что? Даже страшно сказать. Там говорят, ограбил, там поджег. Во что же мне верить? Детей изводят хлопцы, говорят, отец у вас. Разбойником отец стал. Что ты говоришь, Мария? Я же только с солдатчины бежал. Чья же ты вражья душа? Не убивал. Мария, не убивал, я не грабил. Не грабил, не убивал, как только бежал солдатчины сразу к вам. Мама! Это Ивась. Сейчас. Он за мной бежал. Ты что, Остапчика оставил? Тебя никто не видел? Никто. Когда вы ушли, Остап проснулся. Я его уложил спать и сразу за вами. Вот. Сын какой у нас. Сынок мой. Кровушка моя. Тебя никто не видел? Никто. Ну, дай гляну. Какой же ты вырос, а? Ты ж совсем большой, сынок. А говорят, вы бедных грабите. И ты веришь, сынок? Я-то не верю. А что я ей скажу? О, и она уже есть. А не рано ли, сынок? А? Да это Настя Гавриленкова. Мы с нею пана телят пасем. Так она говорила. Ух, сынок, ей не верь. Если тебе кто скажет, что твой отец убил или ограбил кого, не верь, это неправда. Сынок, послушай, какую я песню слышал. Зовуть мене разбійником, кажуть, що вбиваю, та нікого не вбив я, бо і сам душу маю. І показалось мені, що це пісня о твоєму отце, синок, ти розумієш? А я от поїду з чумаками, наймусь, заработаю денег каких-никаких, і убіжим отсюда, із этого пекла. Єсть же где-то лучшая жизнь, єсть! Еще никто не убегал от судьбы своей. И мы не уйдем. Никуда отсюда не уедем. Постойте, маму. Батьку, возьмите меня к чумакам. Ивась, нельзя тебе. А кто же будет маме помогать? Остапчика растить? А вот вернусь, и все равно увезу вас из этого проклятого богом и людьми края. И убежим туда, где нет ни панов, ни рабов, а просто люди. Серед степу, серед ночі. Плаче серденько моє. Йочка, дали мені пиво, только свежого. Андрій, садись сюди. Держи. Thank you.
Дёска, Дёска, дай добрый, сюда пиво. Дёска, пиво давай сюда. Аза. Хорошо поёшь, Аза. Мам. Ну что ты говоришь? Кори, всё. Кори. Салюди на брехне. Брехне. Не, раз-то не Ёська, пиво ещё. Ещё пиво, Ёська. Хозяин, дай поесть. Уже ничего нету у меня. Приходите завтра. Эй, кошмар, у вас штрика. Голод не тетка. Андрей, передай ему хлеба. Олег, все. Уже поздно. Расходитесь все. Олег, ну ладно, пора расходиться. Расходитесь, люди добрые. Поздно уже. Завтра на барщину рано. Расходитесь. Пора уже. Пора. Ну, до завтра. Ну, хозяин, спасибо тебе. Устим! Неужели это ты? Живой! Тёма, живой! Устим, нет жизни без тебя. Паны зверствуют, шкуру дерут, а на тебя валят. И говорят люду, что ты разбойник. Побратимо, вы же знаете, что паны сживают со света жену и детей моих. У меня нет больше сил. Я хочу жить по-человечески. Ты кормилюк. Паны одного твоего имени боятся. А сколько людей молятся на тебя? По лесам ищут. Да что говорить. У тебя самого глаза есть. Все видишь, все знаешь. Негоже, Устим, бросать людей в беде. Негоже. Да что я вам, Пугачев, что ли? Тихо! Кто-то идет. Панове разбойники, здравствуйте. Я, конечно, извиняюсь, что помешал вам отдыхать. Но у меня новость. Пан Стас Микульский завтра с исправником едет в Литин к судье, вот. Кто тебе сказал? Лейба. Лейба свой, я его давно знаю. Оружие, которое у нас, это он достал. Ему можно верить. Лейба, Лейба Шинкар, так, Лейба Шинкар. Он принимал пшеницу у пана Стаса Микульского. Ага. И прибежал гонец. И принес письмо от судьи. Пан Стас прочитали письмо и сказали спасибо, и сказали завтра буду. Ха, так мешок денег у него, а? Слушай, давай, а? Если бы у него не были деньги, чтобы я жил, чтобы нога моя здесь была. Я желаю вам удачи. Молодец. Я желаю вам счастья. Слушай, Устим, может, возьмем, а? Братья, так на ловца и зверь бежит. Деньги нам нужны. И исправника проучим. Решай, Устим. Устим. Решено. Ну что, Устим едут. Далеко? Подъезжают к лесу. Данила, забегли! Одна карета. Дерево валить! Всем ложиться!
Прячьтесь, ребята, прячьтесь. Тише, ребята, едут. Пан Хойченко. Хойченко, Хойченко. А где же друг пана, господин исправник? А он едет, он приедет. А куда же едет пан Хойченко? Господин судья собирает панство, прошу прощения. Пан кормилюк для карточной. Ну, чем я не пан, а? Как в покоях, так быдло. А в лесу здесь, так пан. А ну, расскажи людям, как ты свою жену убил! Нет! 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 Я не хотел! Я не хотел! Я не хотел! Обыщите его! Нет, нет. Господь Бог свидетель! Нет! Нет! Здесь ни гроша нет! Судьи налетели! Все там рано! Все! Все! Ни гроша! Хватит! Что это? Вексель! Здесь последние 1000 злотых! Последние 10 тысяч злотых! Посмотрите карету! У меня их! Последние 10 тысяч злотых! Литинский судья Данила! Насильно в долг за... Молчать! Повозка его! Заберите пана! Литинский! Вставай! Вставай, пошел! Я не научу фигурные углы делать! Пошел! Братцы! Братцы! Садитесь в карету! Пан Хрин! Пан Хрин вас приглашает! Ну, садись быстрее! Данила, везите его, я скоро вернусь! Ну, куда? Зачем? Зачем? Пан Корнеев! Пан Корнеюх! Пан, куда вы? Куда вы? Зачем? Повезли. Пан Корнеюх! Пан Корнеюх! Пан Корнеюх! С кем имею честь? Пан Крыжановский приехал с Волыни. Очень приятно. Прошу. Благодарю, пана. Я слушаю, пана. Я очень рад видеть ясновельможного пана и приношу 1000 извинений за беспокойство, которое я имел смелость причинить его милости. Дело вот в чем. Я давно мечтал приобрести имение в благословенной Подолии. И граф Ржевуцкий, надеюсь, пан с ним знаком? Да, конечно. Дал письмо к здешнему помещику пану Хойченко. А что с паном Хойченко? Он должен был приехать ко мне. Знаете, у него столько неприятностей. А, да. После смерти пани Анны дела у него пошли совсем и совсем плохо. Так вот, я буду краток. Да. Задумал я приобрести овсяники. И вот, пока шли переговоры, пану Хойченко понадобились деньги. 10 тысяч злотых. И я им их судил. Угу. Сейчас мне нужно срочно уехать домой. Пан Хойченко заболел, и денег у него не оказалось. Угу. И вместо них он дал мне вексель на 10 тысяч. Ну и ручательство шляхтича. Прошу. Что? Мой. Вексель. Это называется по-шляхетски. Давал мне деньги на 3 года, и вдруг давай плати. Ну нет уж, позвольте. Простите, я не понимаю, ведь пан Хойченко сказал, и там написано по предъявлению. Вижу, но уговор был отдать через 3 года. Ну, пан Хойченко говорил, что у пана судьи всегда найдется такая пустячная сумма. Чем считать в чужих карманах? Смотрел бы в собственный. Мне очень жаль, пан Крыжановский, для меня все это... Неожиданно, и вексель я сейчас оплатить простите, не смогу. Пан судья, но я должен ехать домой. И пан сам понимает, что без денег я... Так. Но у меня нет денег. Меня это не интересует. Там написано по предъявлению.
Пан обязан оплатить. Да, конечно. Но, во-первых, как говорят у вас на Волыни, на нет и суда нет. А во-вторых, уплата может производиться весьма отдаленное время. Так что честь имею, пан Крыжановский. Ну, тогда я продам вексель ростовщику. А по векселю он потребует все с пана судьи. И проценты тоже. Но это не по-шлихетски. К тому же, пан Крыжановский даже не представляет, сколь скаридны здесь ростовщики. Они мне дадут больше 50%. 5000 и все. А сколько пан согласен уступить? При этих обстоятельствах я готов уступить 1000 злотых. На такую сумму не пойдет ни один ростовщик. Ну, в крайнем случае 2, но, конечно, не больше. Вот что. Я обращусь к ростовщику. Для себя, мол. Конечно, они с меня заломить много не посмеют. К тому же, пан Крыжановский мне очень симпатичен. Все будет сделано наилучшим образом. Я вас на минутку оставлю. Чувствуйте себя здесь как дома. Благодарю вас. Стесси, иди, я позову. Старая свинья Хойченко. Еще называет себя шляхтичем. Представляешь, прислал пана Крыжановского с моим векселем на 10000 злотых. Крыжановский? Да. А он красив? А, у тебя одно на уме. Что же мне делать? Я сказал, что денег нет, а пан согласен уступить 2000, потому что спешит. Ну, отдай ему 7 и не на грош больше. Легко сказать. Отдай. Я сказал, что я сам поеду к ростовщику. Так, дай я посмотрю на него. А зачем он тебе нужен? Ш, я хочу. Отдай ему 7. Ну и уговори его прийти к нам на вечер. Зачем? Ну пусть гости увидят, какие у нас знакомые. Ну а там? А там мы его обыграем. Ну, я буду ему улыбаться, подсказывать, а ты обыграешь. Ну, пригласи. Умница. Ты моя умница. Обязательно, обязательно. Ерема, я пойду посплю. А ты постереги пана. Пистоль дай. На.
Так вот, пан Крыжановский, все деньги 6 тысяч, если пан позволит. Но это же грабеж. Ну что вы, но пан Крыжановский, если пан решит, я попрошу вас вексель, пан Крыжановский. Я на это иду только потому, что я спешу. Да. Прошу Благодарю. Благодарю вас. А что, пан Хойченко кроме этого ничего не передавал? Нет, а что? Ничего. Ничего, что с воза упало, то пропало. Ну что ж, благодарю вас, до свидания. Простите, пан Крыжановский. Что такое? В доказательство вашего доброго расположения я прошу пана провести этот вечер с нами. На ночь глядя вам опасно ехать. А утром с Богом, я еще провожатых дам. Прошу вас. Пан, может, слышал, что в этих краях разбойничает кормилюк. Я своей судебной властью не пущу пана. Мне очень приятно, ваша любезность, я согласен. Но мне нужно переодеться. Пожалуйста, пожалуйста. У вас дамы. Я не могу. Как вам будет угодно. До свидания. Надеюсь, до вечера. Так я жду. Мы вас ждем, и пани Агата была бы рада познакомиться с вами. Уверен, что пану было бы приятно провести часик-другой за карточным столом. В общем, мы вас ждем. А, пани Янина. День добрый. Прошу. Рад вас видеть. Пан Пегловский. Прошу вас. Прошу, панове. Пан Лисов. О, пан исправник. Пан. Добрый день. Добрый. Прошу вас. Пани Янина, вы, как всегда, очаровательны. Хлопцы! Судья сам отдал деньги. Нужно все сделать для того, чтобы холопы из других уездов не присоединились бы к кормилюку. Я уже принял некоторые меры, известил об этом ближайших соседей. Это пани Анастасия Маршаленко? Кстати, имение Маршаленко, как ни странно, разбойники не трогают. Мы знаем, извини, пожалуйста, проверь, все ли готово для приема гостей. Пожалуйста. Женщина есть женщина. Так вот, панове, ситуация сложная. Я просто не знаю, что и делать. Понимаете, даже в Киеве говорят, кормилюк, кормилюк, разбойники, разбойники. Там говорят, а тут просто ждешь, когда тебе воткнут вилы в спину. Кормилюк. Я установил слежку за его семьей. И, как вы знаете, этого холопа мы уже дважды ловили. И где? В его хате. Откуда бы он не бежал, его тянет к семье. Панове, а не кажется ли вам, что вернейший способ поймать его, это всем вам расщедриться на 30 золотых? Тут надо вот что прежде всего. Первое. Надо объединить всех соседей. Пусть помогают нам. Так. Ударим одним кулаком. Прошу, панове. Прошу. Пожалуйста. В конце концов, это не только нас касается. Это первое. Теперь второе. У меня есть человек. Он получит свои 30 золотых. Войдет в доверие к кормилюку. А там... Нет, нет, нет.
Аня Агата, мы вас заждались. Иду, иду, я вас сейчас всех обыграю. Посмотрим, посмотрим. Ваша карта? Ну, Анна Лоис, держитесь. Я с вами больше не играю. Пожалуйста. Пани Агата. Пани Агата. Да. А что, пан Крыжановский придет? Придет. Я уже послала за ним слугу. Пан Хойченко. Пан Боря? Это что за маскарад? Другой, что случилось? Вы что, пьяны? Карамелю. Ворон, соскучился, как я по тебе. Да, как я только не старался. С конюхом этой пышки дружбу завел. Но... Тебя ругал для виду. Вот так и спас твоего города. Стой. О, Иван! Данила, здорово! Илько, готовь обед на 15 человек больше. Хорошо, хорошо. Жена помирает. Пан Говор и пана Алоис обещали деньги дать на лекаря, если помогу им тебя извести. А не помогу. Детей продадут. Прости, пусти. Ради Бога. Сколько их у тебя? Шестеро. Четверых похороним. Осталось двое. Что ж ты наделал? Что ж ты наделал, несчастный? Уходи!
пани Анастасия. Спасибо вам за все. Это уздечка ворона. Прощайте. В Овчинцах шестеро моих доверенных ведут наблюдение. Я разослал людей, знавших Кармалюка, по близлежащим дорогам. Так что ждем несколько дней и, думаю, уверен, что все близится к концу. Господа, господа, скоро он будет в наших руках. Я предлагаю Панове охватить наблюдением весь наш уезд. А если понадобится, и всю губернию. Вам легко говорить, пан судья, охватить наблюдением. А я, как ни странно, просто боюсь этих криков «пожар», «бей панов». Ведь это же разбой, правослов. Это же, господа, настоящая Калиевщина. Надо немедленно просить у губернатора сотню солдат и вооружить всех наших гайдуков. Их пожары! Надо гасить их же кровью, господа. Так вот об этом я и говорю. Черт вас возьми, так не говорите. Действуйте. Яким. О! Иди сюда, Яким. А, иду, иду. Сейчас. Подкову дай. Ну что тут у тебя? Посмотри, что ты припало на ногу. Вот тут посмотри. Сейчас. На какую? На эту? На правую ногу. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Какое? Скажи Устиму, что на него облогу делают. Что-что? Паны на него облогу делают, скажи Устиму. Ешь борщ с грибами и держи язык за зубами. Атаман! Устим! Со стороны Литина жандармы! А вместе с ними вооруженные гайдуки, пана Алоиза и Говорова! Сколько их? Что будем делать? Тебе сотни, да мы их... Атаман, нельзя терять такого случая! Пойдем, да погоди, Данила! Да что такое, что такое? Ты что, нас 30, а их 200? Устим, ты не имеешь права, мы должны... Ой. Слушай мою команду! Барыла со своими! Устим! Уходит вглубь леса! Устим, что ты говоришь? Остальные прячутся в тайниках! Устим! Все по местам! Послушайте все меня! По местам! За мной, за балку! Послушай меня! Устим! Давай встретим! Уходи, не мешайся! Эх, Устим, ну послушай ты! Устим, ты! Устим, а! Быстрей, быстрей! Оставляйте здесь все и уходите! Остальные в Нечаевский лес. Быстрей. Олесь, со мной!
Там ты згорювала в панській неволі, як птаха полонена, чорний ворон зрина. Труна Hey!